США и Саудовская Аравия согласовали крупнейшую оружейную сделку за всю историю Штатов. Общая стоимость соглашений о поставке Риаду американского вооружения составляет 110 миллиардов долларов, плюс еще 350 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет. Договоренность достигнута в ходе визита Дональда Трампа в королевство. Это его первая зарубежная поездка на посту главы государства. В рамках одного из соглашений Штаты продадут вооруженным силам Саудовской Аравии 150 вертолетов Black Hawk. Условия контракта предусматривают их сборку на саудовских предприятиях. Благодаря этой сделке на сумму около 6 миллиардов долларов в королевстве будет создано почти 450 рабочих мест. Очевидны плюсы и для военно-промышленного комплекса США. Я просто хочу поблагодарить Саудовскую Аравию за сотни миллиардов долларов инвестиций в Соединенные Штаты и рабочие места, которые они создадут. Саудовская Аравия наращивает военные расходы на фоне обострения конфликтов на Ближнем Востоке. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, королевство в прошлом году стало четвертым по величине оружейным рынком в мире. За год на военные нужды страна потратила более 60 миллиардов долларов США, что составляет около 10% ее ВВП.